Полным ходом идет подготовка к Новому году. Около кинотеатра «Искра» сооружают главную новогоднюю красавицу Ленинского округа. В настоящий момент улицы украшают гирляндами и расставляют на них малые архитектурные формы. Будет украшена улица Школьная, улица Заводская, Белокаменное шоссе, Пылка. Высота главной елки составляет 17 метров. Это на метр больше, чем в прошлом году. На нее повесят порядка 800 новых шаров разного цвета и размера. Светодиодная гирлянда будет обвивать зеленую красавицу до самой макушки. А наконечник в виде звезды обязательно заметят издалека. Площадь около кинотеатра тоже не оставит без внимания. Появится световой шатер. Опять нас порадует наш Мишка прошлогодний. Горку зальют к 1 числу. Уже будет елка. Сами ледяные фигуры установят ближе к сезону Нового года в связи с погодными условиями. Детям и взрослым осталось ждать совсем недолго. Скоро тысячи огней будут озарять светом ночной город. Обрезка игрушек приблизит атмосферу Нового года и Рождества. Елка нравится. Поскорее бы поставили все. Потому что на нее вешают яркую звезду. И гирлянду. Ждете очень Нового года? Да. Да, очень. Вась, нравится тебе елка? А? Также традиционно елка будет находиться и на Советской площади. Всего в муниципалитете установят 15 новогодних красавиц. Скоро Новый год постучится в дверь. По традиции его встречают в кругу семьи и друзей, а запах мандаринов, хвои и разноцветные огни погрузят в зимнюю сказку. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.